Ага. Зе-зе-зе-зе-зе-зе. Он ужрался. Я из Лубатенцев. Там сказал, с пола собрал я. Урод. Вот, она упала. Советские жители нас абсолютно, как бы, не понимают всерьез дороговизну красной икры. Да, вот они ее крошат на пол, потом они ее поднимают, я хочу ее съесть, он мне предупреждает, что она с пола. Естественно, меня все испортилось. А я мы тут с плюшками. Так от плюшки я не понял все. Сколько дороги? Большие камеры, и снимай меня уже. С холом, заводя конкретно. А он такой получился. Он. Блять, и бабку же. Да-да-да-да. Thank you.
Да, сеттинг идет. Еще раз. Myself for sale. Обычно вот если сейчас бы это, уложился спать, я бы ходил в орел. Меня прошел. Да? Сколько там килограммов ты съел? Ну я много съел. Check this out, man. Motherfucker. 23 минуты закатали. Hey, guys. Chillin. 23 минуты. Look at that. Ничего себе альбомчик. Listen to me, my dear friend. По-моему, побыстрее надо, да? Не надо быстрее. Май, побой. Блядь, пиздец, да? Нормально. Да, побьем. А я сейчас не помню, сейчас. О! Она, возможно, следит. А теперь помалкивай. Этот сайт-пэй.
Блять, залил гараж нам. Я запутываюсь. Да. А тут я. Когда же ножик покажется не послушать. Главное, что ты все обливаешь. Пока. Началось большое замыдение, как обычно. Конкой. Ничего не дают, но в принципе ожидали. Надеемся, что сегодня у нас все получится. Сегодня надо написать наши последние вещи. Потом все будет клево. В общем. Ваня, короче, да? Смотрите, это группа вообще очень интересная. Да, это пишется один из лучших альбомов за последние лет 15. Не буду сказать даже 20 лет. По одной простой причине, что раньше музыка не играла. Да, потому что вообще не было.
Все это юник. That is unique. Ладно, иди отсюда. Ну, 3 метра. Стена магазин работает. А это Миша. Настраивает свою гитару. Лобнули. Я просто майк на одну руку. А это его пальцовка. Нет. Он как пишет? Смотрите, тут компьютера. Они у тебя вот. Я не хочу записать, Ну что, наконец-то прошел Диксон. Мы продолжаем нашу телепередачу специально для. Это замодня. Я думаю, что такое, играю, блин. Том, до меня дошло, наверное, порвалась. Смотри, вау, такая. Замодня тонкая. Ай! Вещественная установка. Да. А что вы думаете об этом поводу? Новый коммент. Интересно. Thank you.
Давайте я буду. Это мы поели немного. Совсем децл. Это все ладно, слушай. Надо расслабиться. Все, готовы? Три, два. Это был большой облом. Клевые барабаны. Я клевый барабанщик. И написать клевые барабаны. Вот я уже пришел. Почти что вот тяга уже. Вот в исторический момент я сажусь. Два злобные наушники по носонию.
говоря, на тебе. Да. Чего? Ну я на 4, так скажем, говоря. Это... Подвал опять не будем. Вот, а концовка нормально? Горячая зима в Бразилии! Какие девчонки! Ты подрёшь руки, это очень легкие. Ты чё подглядываешь? Табло только снимали. Чё ты на каким-то ракурсе? Щи пишем, да? Видим, да. Что, снимаешь? Снимали. Да, подожди. Ты махни головой, когда будешь начнешь снимать. Ага. Thank you.
Ты предлагаешь такие вещи слушать после записи? Потому что конка за мадня получится, опять бочек не будет или что? И вообще конка за мадня будет. Ура! Легкие вещи не бывают. Чем легче вещь смотрится, тем сложнее она играется. Вот в чем вопрос. Ты была четко. Смотря как играть. Для меня это вообще самая четкая вещь. Под нее расслабляться классно. Ну, знаете, там, конечно, солдат наворачивается, конечно, сложно. А потом это мы там заканчиваем. Что, пишемся? Или курить ее? Я понимаю, это будет. Там покрыло. Ты уже пачкал? Чё ты фигню всякую начал снимать? Ты про чё? Боль-боль. Звал сюда камеры. Мало, одного аппарата. Сейчас будет маленький звуковой спецэффект.
Выход помпой. Сейчас он покажет наше мучение. Да. Напись там. Через нее. Там он обещает. Просит пройти в руку, наполниться очередными лажами. Пойдем с нами. Ну ладно, пока. Летающий факел. Вадик, ты его сразу заточишь еще с ними. Снизу, сверху. Вадик, там что творит? Там, сейчас скажу. Что это потом можно, когда будет лобать не буду. Пей барабанщика, пей. Сейчас замужешься кричать. А ты будешь опять? Ну как покричать? Кто инженерин? Я покричу, но играть не буду. Вот я уже вижу. Диск еще. Так. Диксон. Забранный диск. Вот он. А? Вон там он есть. Что я буду забирать? А откуда я знаю? Что, ты сейчас будешь скидывать? А как еще? Бумажечку покажи. Что бумажечка? Под мини-диском. Какие мини-диски? Здесь лирикс.
Здравствуйте, фантаст. Давайте замученное фото. Нет, давайте фото потом, когда... Товарищ явно не выдержал ночной гонки с записью. Владик! 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 Я могу сказать, что это размадня. Или шельбрит.